Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам покажу посылочку, которую я получила. Немножко я протестировала. И это магазин 4 Fresh. Я до этого тоже делала заказик, а сейчас у меня заказ для волос. И давно я мечтала попробовать от Natura House шампуни, маски. И вообще мне было интересно, что это такое. Это, по-моему, у нас итальянская, если я не ошибаюсь, да, Турин. И у меня, значит, есть и шампунь, и бальзам от Natura House. Значит, у меня шампунь с миндальным маслом и маслом зародышей пшеницы. Для тонких и чувствительных волос, а бальзам у меня для волос с медом, прополисом и льняным маслом, для сухих, вьющихся и ломких волос. Выглядят они вот так вот, небольшие. Очень мне нравится, пользуюсь я, после них волосы долго не грязнятся, и вообще мне они такие удачно подобрала я их, получается, и хорошо промывает, и после того, как хорошо промыла, и сразу наношу бальзам примерно где-то минут на 10 и смываю. Очень удачный выбор, и очень я им довольна. Вообще, прочитав вот эту вот инструкцию, мне стало очень интересно. Natura House – это итальянская косметика с максимальным содержанием натуральных компонентов до 98,5%. И у них тут, конечно, серия огромная. Хочется, наверное, все попробовать, но пока у меня нет возможности. Ссылочку на шампунь я оставлю под видео. Посмотрите, может быть, вы пользовались. Напишите, пожалуйста, мне свое мнение. Также я заказала вот такую вот маску для волос с протеинами, шелками и маслом зародыша пшеницы, тоже от Natura House. Это для того, она вот на, я наносила ее где-то минут на 10-15, то есть я помыла волосы, подержала, иногда, если есть время, я одеваю шапочку, то есть хожу. Ну, как правило, у меня его часто нет времени, так что у меня не было возможности часто пользоваться. Сейчас я, конечно, буду это все наращивать, буду пользоваться этой маской. Можно использовать 2-3 раза в неделю. Так, для витаминного ухода, для того, чтобы вернуть блеск и силу ослабленным волосам, сухими ослабленным, как раз для моих волос. Также мне, конечно, сделали подарки, мне что нравится, они постоянно делают подарки, то есть всегда что-нибудь да положат. Вот положили вот такое вот мыльце, и вот такой крем для рук, крем для рук, календула и лаванда. Для сухих рук прям идеальный вариант. Единственное, конечно, я не очень люблю запах лаванды. А так как оно действует, это тоже от Natura House, так как оно действует, как оно работает сухими руками, то есть вы нанесли, и руки сразу практически мгновенно становятся такими вот уже не сухими. Особенно зимой у меня вот эта сухость рук добивает, но вот у меня он спасает. Ношу его пока в сумочке, пока не закончится зима. Так что, девочки, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Ссылочку оставлю на все продукты. Жду ваших комментариев. Делитесь, пожалуйста. Может быть, что-то есть там еще такое интересное, чтобы я
приглядела. Пока-пока!